юбилейной даты Великой Победы осталось меньше месяца. В Оренбурге повсеместно проходит торжественное мероприятие для ветеранов, где тружники тыла и участники той страшной войны получают поздравления и подарки. Вот и в этот раз в Оренбургском дворце спорта «Олимпийский» наших героев чествовали депутаты Оренбургского городского совета. Приходят и старшее поколение, которые, ну, там, дети войны. Я считаю, для меня лично, как для человека, который помнит, ну не помнит, а понимает, что такое была война, и для меня не важно, на самом деле, ветеран или дети войны. Мои дедушка с бабушкой были детьми войны, они, к сожалению, уже умерли. И для меня, я всегда помню эти рассказы, и своей дочери рассказываю, потому что она, к сожалению, не имела возможности услышать это все. На торжественном мероприятии для ветеранов звучали мелодии и песни военных лет, напоминающие о той великой победе. Примечательно, что кроме самих виновников торжества, на концерт пришло и немало молодежи. В 45-м тоже запомнилось, как война окончилась. Ой, сколько было радости, ой, как дико. Вообще невозможно. Плакали все от радости. Вспоминает все, вот смотришь на этих вот... На малышей. И свое детство вспоминаешь, и интересно на них посмотреть. На сегодняшний день в Оренбурге проживает около 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Среди них труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей. И каждому из них сегодня особенно важны забота и внимание. Иван Бер, Дмитрий Примачик. Наше время.